Ну? Всем привет, привет! Это канал Котики на Котики. Сегодня мы будем распечатывать вот такую вот куколку с длинными волосами. А где вы ее купили? Мы ее купили в фикс прайсе. Она тебе понравилась? Да. Ей, кстати, есть разных цветов волосы. Я ее вот так вот достаю. Ой, какие у нее волосы, у нее как шелк волосы, папа. Да? Да. Она такая мягонькие. Такая... Да, очень, папа. Ты всем советуешь покупать такие куколки? Да. Они, конечно, не расчесываются, но они очень прикольные. Кстати, папа, здесь волосы разрезать надо вот здесь. Ну, это потом, давай. Хорошо. Поверни нам, покажи нам куколка, как выглядит. Такая вот у меня попала с серенькими волосами. Ой, да? Глазами. Куколка-мороженка? Да. Зефирка? Шоколадка, да? Я ее могу назвать по-любому. Как по-любому? Я ее могу назвать зефиркой. Могу шоколадкой. Назвать шоколадкой. Зефиркой с шоколадкой. А что у нее там еще зелененькое? Зелененькая расчесочка. Вот она. Вот у нее такая вот расчесочка. Масенькая. Да. А как расчесывать ее? Мне кажется, что вот так вот. Да? О, блин. О-оу. Плохое слово. Кто-то сказал плохое слово. Нельзя расчесывать это. Это может быть заколочка какая-то. Как? Мама разберется, да? Опа, да. И подскажите, как это надо сделать здесь? Ладно, прощайся со всеми уже. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ссылка в описании. В описаниях будет? Да. Ссылка на фикс прайс? Да. Ну хорошо, давай.